Короче, смотри, вот я ставлю заборы, они не стыкуются. Адский забор с деревянным не стыкуется. Я могу пройти. Но деревянный с деревянным стыкуется, я не могу пройти. Вот, короче, я вот двигаю вот этот столб, который посередине. Вот, вот это верхний поршень подключил, вот это нижний. И, короче, когда я двигаю столб вниз, как бы они стыкуются. Но когда я его двигаю вверх, как бы сдвигается, и этот, который здесь стоял адский забор, он меняется на деревянный, и он не стыкуется, и образуется щель. Когда я обратно вниз опускаю, как бы меняется деревянный на адский, и они стыкуются, и теперь пройти невозможно. Чтобы это сделать это все, чтобы регулировалось одной кнопкой, я строил кое-какой другой механизм, но это потом это сам думаю сделаешь, если захочешь. Вот, все.